Еженедельное оперативное совещание прошло в Люберецкой администрации. О работе, проделанной за минувшую неделю, отчитались руководители структурных подразделений, силовых ведомств и экстренных служб. Люберецкая полиция зарегистрировала 1990 сообщений. Из них 176 происшествий, 26 преступлений. За отчетный период совершено 145 ДТП, в которых пострадали 2 человека. Сотрудники пожарно-спасательного гарнизона за 7 дней совершили 48 выездов. В их числе 4 на тушение пожаров. Пострадавших нет. Аварийных отключений на объектах тепловода, газа и электроснабжения не было. В округе продолжают капитальный ремонт подъездов многоквартирных домов. Из 149 подъездов в 131 работы завершены. Вся информация предоставлена на сайте Люберцы.РФ в разделе ЖКХ. Каждый житель может зайти, посмотреть время, когда и в какие сроки выполняется их подъезд. К работам по содержанию городских и дворовых территорий за минувшую неделю привлекли более 1000 человек и 108 единиц спецтехники. Сотрудники дорожных служб устранили ямы общей площадью 388 квадратных метров. Большую работу провели сотрудники административно-технической комиссии. 3 постановления на общую сумму 15 тысяч рублей за незаконный сброс мусора. 5 постановлений на общую сумму 25 тысяч рублей за парковку автомобилей, препятствующих вывозу мусора. 1 постановление на общую сумму 3 тысячи рублей за парковку автомобилей на газоне. 2 постановления на общую сумму 8 тысяч рублей за нарушение тишины и покоя граждан. Участники совещания обсудили вопросы, связанные с вывозом мусора и уборкой автомобильных дорог, скосу травы и опиловки деревьев. Узнали об очередных спортивных достижениях люберчан. Богдан Колесников, Денис Заугольников, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.